Контрабандиста с партией часов, старинных монет и сигарет задержали на Волыни. Мужчина ехал на микроавтобусе из Украины в Польшу. На пункте пропуска авто отправили на досмотр. Во время проверки в нише для аккумулятора пограничники нашли 26 наручных часов, 4 десятка монет 23-30 годов выпуска и сотню пачек сигарет. Все изъяли, часы и монеты передали на экспертизу для того, чтобы установить, имеют ли они историческую ценность.